Можно ли перенести остановку поближе к базе УПС? Нам до Тениста и Калинина с сумками ходить далеко, посетовали сразу несколько телезрительниц. На сегодняшний день остановочные пункты расположены в 100 метрах от базы ОПС, и перенести существующие остановочные пункты нецелесообразно, так как не обеспечится безопасность, предъявляемая к перевозкам общественного транспорта. В 4-м садике появилось видеонаблюдение. Могут ли родители прийти и просто так посмотреть, чем любимое чадо занимается? С таким вопросом в нашу редакцию обратилась Светлана Морозова. Да, конечно, родители вполне могут прийти, если какая-то, допустим, возникает ситуация, да, что могут не только, допустим, просмотреть видеозапись, но и прийти на занятия по согласованию с руководством. Они могут посещать в любое время дня, то есть как бы и присутствовать на занятиях, и во время прогулок детей. Пришла в банк платить за капремонт, а они взяли лишних 30 рублей. За бумагу, получается. Правомерно ли это, поинтересовалась Лидия Сидельникова. Эти самые лишние деньги банки берут не за капремонт или свет, а за свои услуги. Проведение платежей, бумагу в том числе. Бесплатно, к сожалению, не работает никто. Если с потребителя не взяли комиссию, это значит лишь одно. Организация, которой вы переводите деньги, заключила с банком специализированный договор и сама ему доплачивает. Комиссию посредник берет правомерно. У меня возле дома люк канализационный парит, и вода из него бежит. Год назад вы мне уже говорили, куда звонить в таких случаях, но я так и не собрался. С холодами опять потекло. Скажите номер, теперь точно позвоню, пообещал Валерий Залоцкий. Если вы увидели, что из люка идет пар, либо вообще отсутствует люк, либо какие-то другие проблемы, да, вы заметили, то нужно сообщить в одну из диспетчерских филиалов АКС. Например, в диспетчерскую Амур-теплосервиса это 77-42-42 или в диспетчерскую Амур-водоканала 51-88-17.